Специалистами были учтены более 1000 объектов. От природных явлений до необычных маршрутов и даже продуктов питания, которыми регионы привлекают своих гостей. Сотни лидеров Сочи и его горный комплекс «Роза Хутор» заняли 10-ю и 13-ю строчки соответственно, обогнав такие популярные места, как озеро Байкал, туристический маршрут «Золотое кольцо России» и «Эльбрус». В рамках опроса респондентов спрашивали, известен ли бренд лично им, ассоциируется ли он с регионом и хотел бы собеседник отправиться туда лично для ознакомления. Процентную долю положительных ответов на каждый вопрос суммировали, и в зависимости от количества набранных баллов бренд занимал свое место. Впереди Сочи оказались лишь достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, включая знаменитую Третьяковскую галерею, Московский Кремль и Эрмитаж. Всего в топ-100 туристических брендов попали 62 объекта показа, 21 гастрономический бренд, 11 народных художественных промыслов, 5 туристических маршрутов и только одно мероприятие, сообщает газета «Известия».